барабан и бас. Это основа, вы услышите это в любом дабе. Любой даб состоит из барабана и баса. Это самое первое и самое главное. Yes, man. Это скан. И, конечно же, перкуссия. Богатая перкуссия. Она добавит дабу оттенков. Это орган. Сирена. Продукты мы могли слушать, если бы советские инженеры использовали это по назначению. Я хочу сказать, что даб — это экспериментальная музыка, и настоящий даб рождается всегда в ходе игры. Почему говорят играть на инструменте? Не работать на пианино, не работать на гитаре, но играть. Играть, потому что точно так же нужно уметь играть с микшерным пультом. Это всегда эксперимент, и самые интересные и самые дабовые приемы родились именно так. Следующий. King Arthur за контролем. Yes, man. Хочу с гордостью сказать, что King Arthur играет на гитаре в нашей группе. Все рифы, записанные на гитаре, исполнил он. Мелодические инструменты, такие как гитара и клавиши, принято называть ритм-секция. Но на самом деле ритм-секция, ты же понимаешь, что это барабан и бас. Это мелодическая секция. Хотя, как говорят, ритм обычно оставляет гитару и клавиши. Но барабан и бас, когда они остаются вместе, это часто называют drum and bass. Да, drum and bass не в том понимании, которым это принято, как стиль музыки, но drum and bass как барабан и бас. Вот этот drum and bass настоящий. Yes, man. We'll be right back.
I say, I wake up in the morning and what do I see? Gunmen standing over me with their gun, and they believe me cry over. People are going to see me shout over me. I go reveal it. Say, woe, oh, 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 say, woe, oh, 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 say, woe, 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 woe. Карта за пультом. И это всегда что-то. Нет, ман, давай еще. У тебя хорошо получается. Покажем фильтр, может быть, как у нас работает. Да, давайте мы вам расскажем про еще один эффект и про то, что можно делать цепочки из эффектов. Помимо того, что мы используем эффекты по раздельности, можно эффект наложить на эффекты. Это будет вообще нечто. Это только в дабе так делают, кажется. Yes, man. Давай покажем, что такое фильтр, как он работает. Он у нас реализован на кнопочку тут. Нажми на кнопочку. Всем привет. Меня зовут Чафама. Хочется сказать, что можно добиваться с помощью фильтров довольно странных эффектов. Сейчас мы продемонстрируем, как этот же фильтр будет звучать на бас, например, да? Так. Ну, какие-нибудь арты? Слышим просто бас. Он добавляет каких-то непонятных частот, которых, в принципе, в басу не было изначально. Да, старый микшерный пульт — это всегда проблема. Послушаем, что из этого получится. Такая нагнетает обстановку, просто требует чего-то. Thank you.
Dubby style, scientist style. Flashy. Зачастую очень выгодный прием — это просто сконтрастировать. Drum and bass мы меняем на мелодическую секцию и обратно. Yes, man. Yes, музыка, даб. Отлично. Ну что, давайте перейдем к современному дабу, потому что сейчас технологии отличаются немного от того, что у нас было в 80-х. Сейчас мы перекоммутируемся в новый пульт, правильно? Ну давай, да, можно повысить. Это займет буквально 2 минуты у нас. И продолжим уже с современным дабом. Это будет звучать то, как... Это будет даб-плейт стайл, потому что этих треков вы не услышите больше нигде в таких обработках, как вы их слышите их сейчас. Хочется еще отметить, что сейчас 3 или 4 композиции, которые вы слышали, это все ямайские ридимы, мы их не придумали, мы их просто переиграли, это как кавер. И это принято, это в культуре регги, все так делают. Это классика музыки. Артем предлагает продолжить на старой консоли. Поддержим его. Yes, man. Новый даб на старой консоли, это винтаж уже, начинается нечто. Yes, man, начинай. Тут как раз можно, да, продемонстрировать фильтр, наверное. Thank you.